Оренбургская областная детская клиническая больница была открыта 1 октября 1965 года в бывшем здании взрослой клиники на улице Цвиллинга. Тогда здесь разместили многопрофильный стационар для детей на 200 коек. Со временем увеличивалось число отделений, возрастали лечебно-диагностические возможности. Были построены дополнительные корпуса для стационара и поликлиники на улице Рыбаковской. Медучреждение стало настоящим центром оказания специализированной и высококвалифицированной помощи детям из городов и районов Оренбургской области. Ежегодно в поликлинике ОДКБ получают консультативные услуги более 40 тысяч юных оренбуржцев. Их принимают врачи 21 специальности. Дважды в год ведущие кардиохирурги страны осматривают детей с заболеваниями сердца. Такая работа ведется здесь уже 10 лет. В стационар ежегодно госпитализируют около 8 тысяч маленьких пациентов со сложными заболеваниями, которые требуют дорогостоящих диагностических, лечебных и реабилитационных услуг. В отделении кардиоревматологии оказывают помощь при болезнях сердца и сосудов. Эндокринологическое отделение рассчитано на 25 мест. Больше всего здесь детей с сахарным диабетом. Для наиболее эффективного лечения этого недуга врачи применяют такую диагностическую процедуру, как суточное мониторирование уровня сахара в крови ребенка. Информацию обрабатывают на компьютере и подбирают дозы инсулина. Кстати, его сегодня вводят не только с помощью шприц-ручек, но и применяют инсулиновую помпу. С помпой гораздо удобнее, чем с шприц-ручками. Не надо колоться каждый день. В гастронефрологии лечатся дети с патологией почек и желудочно-кишечного тракта. Для диагностики заболеваний здесь также применяют современные методики. Одна из них – определение микроба Helicobacter pylori в выдыхаемом воздухе. Офтальмологическое отделение несколько лет назад было оснащено уникальным оборудованием, которое ничуть не хуже, чем в федеральных клиниках. В арсенале офтальмологов аппарат для диагностики патологии сетчатки у недоношенных детей. Благодаря такой технике врачи вовремя делают необходимые операции малышам и тем самым сохраняют им зрение. Оптический когерентный томограф дает возможность оценивать состояние глаза на тканевом уровне. За год в этом отделении оказывают помощь более 1000 мальчишек и девчонок со всей области. Встречают хорошо, все знают. Врачи хорошие, очень добрые. Также в составе больницы отделения педиатрии, неврологии, лор-болезней, челюстно-лицевой хирургии, реанимация. Недавно диагностическая база пополнилась компьютерным томографом. Медики ведущей детской клиники области активно сотрудничают с кафедрами педиатрического факультета Оренбургского медицинского университета. Коллектив нашей больницы живет настоящим, каждым днем, чтобы вот именно в этот день тому пациенту, который переступил порог нашей больницы, помочь ему именно сегодня, для того, чтобы у этого пациента было будущее. С первых дней областная детская клиническая больница работает по принципу делать доступной высококвалифицированную медицинскую помощь маленьким пациентам даже в самых отдаленных уголках Оренбуржья.